Как сообщили в региональном ГИБДД, первый квартал этого года Орловская госавтоинспекция отработала на отлично. Все трагические показатели в минусе. Хотя негативные показатели ниже прошлогодних, цифры все равно впечатляющие. По итогам четырех месяцев это 163 происшествия, минус 16,8, в которых погибло, к сожалению, 18 человек, но тем не менее это минус 41% по отношению к 2020 году. И ранено 226, это минус почти 13%. С начала года в регионе зафиксирован лишь один случай детской гибели в ДТП. Но это немало, говорят инспекторы. В конце марта на трассе Орел-Тамбов водитель, перевозивший сына, вышел на обгон и поставил ребенка под удар. Водитель Рено Логан получил телесные повреждения, был доставлен в Ливенскую центральную районную больницу. Несовершеннолетний пассажир Рено Логан, 14 года рождения, скончался на месте происшествия. Анализируя причины таких и похожих аварий, в ГИБДД делают вывод, водители подчас полагаются не на опыт и здравый смысл, а на технический потенциал своих машин. Не учитывают свои навыки, и все думают, что если машина оборудована там АБС, еще какими-то средствами безопасности, которые сегодня практически на всех транспортных средствах присутствуют, то можно ехать безбашенно, машину все сделать сама за себя. В профилактике пьяных ДТП инспекторы в этом году преуспели. Число таких аварий пошло вниз, чего не скажешь о количестве выявленных водителей, севших за руль под шофе. Результат 888 миллиграмм на литр. Соответственно, установлено состояние опьянения у водителя алкогольного. Их более 700, почти 750. Вот. И 93 из них управляли транспортными средствами повторно. В целом же число выявленных инспекторами нарушений ПДД с начала года уже перевалило за 135 тысяч. Иван Суверин, Андрей Погосян, телеканал «Первый областной».